Мне так нравится этот биом. Вот он, сука, может быть реально на SP5. Диск-фрагмент. Так, очевидно, что я, видимо, должен найти эти диск-фрагменты, да? И сделать вот так или вот так. Ага, полностью, короче, да? Блять! А, ну да, полностью, полностью. Блять, пацан, трэ. Короче, с одной стороны, я почему за? Потому что я бы хотел бы, чтобы таким образом многие предметы и добывались. Ну, потому что это в террарии так добывается, что тебе надо много одинаковых предметов собрать, чтобы потом что-то получить. И это мотивирует людей гриндить, фармить, а когда гриндить, ну, просто на дольше игра растягивается и приятнее. Вот. Но я против, потому что, ну, вот смотрите, соберу я эти кусочки, сделаю я себе пластинку, дальше что мне с кусочками делать? А где музыка? Ебать. Это портал. Блять, это не музыка, это история. Это портал, звуки портала точно есть. Да и ход через портал. И он типа, это музыка другого мира какая-то. Это реально что-то, как будто о рае задумался, реально. Подожди, это все? Лава. Все, да? Все, да? Блять, что-то мне подсказывает, а что это реально, ну, типа, запись того, каким образом там вот эта вот вся хуйня заразилась. Блять, ну я бы хотел бы, конечно, некоторые вещи я нихуя не понял. Начало было еще понятно, то, что там какой-то портальчик, он поджигает, открывается какой-то портал другой, а потом какая-то, ну, блять, вообще поебистика пошла, я типа я не разобрался, надо переслушать раз 200, блять, чтобы понять, что там происходит. Прикольно, я думал то, что это музыка очередная, на которую трек надо, блять, записывать. Аля. Нихуя, так, это первое. Это все картины, мне написали то, что это все картины 2 на 2, а ну-ка. Первое называется винт, типа ветер. А, ну вот он, да, типа завихрение ветра, что ли, вот это вот. Так, следующее называется Earth, Земля. А как мне ее получить, чтобы Земля была? Земля, блядь.
Так, а ну, я понял. Следующее называется... Что бы вы думали? Вода, блядь. Ну, я понял, это коллаба будет с Аватар Легенда об Анге. Да-да-да, это коллаба. Глянь, вода, блядь, по центру. А вы что думали? Нихуя прикольно. Так, ну и последнее, это... Ну, у вас 3 секунды, чтобы угадать. Ага, огонь. Нихуёво, очень круто, мне нравится. Блядь. Такая, во-первых, как бы абстракция, во-вторых, наконец-то новые картины вообще появились. А в-третьих, они... Самое главное то, что эти картины... Ебать, как же охуенно. Зацени. Но это просто самый дерьмовый пример, который я только могу придумать. Но дело в том, что все остальные картины, их нельзя в качестве построек использовать. Потому что, ну, они очевидно изображают конкретную вещь. А здесь... Ну, ты как бы понимаешь, что это вода, там, земля или еще что-нибудь. Но хуяк, теперь это большое дерево. Бля, охуенно. Локейт, биом, мангровые свампы. А ну-ка. Хуяндок. Бля, неужели они тут будут теперь спавниться, ёпта? Ну и где? А, да. Гля, сразу два разных вида. Гля, наконец-то спавнится. Нихуя, что я за биом нашел? Глянь, как красиво. Чисто пляжик такой, кайфовый пляжик, а это как будто пальмы. Тропические такие, которые супер лиственные. Вообще топовое место нашел, вот бы тут жить. Ну, блядь, извините, это предсказуемо, конечно, но я не мог бы сдержаться. Но это невозможно сдержаться. Пок! Пок! Иди, я тебе сделал! Да. Пук, смотри, какую генерацию я тебе нашел. Капец. Это я тебе постройку в честь нее сделал. Пап, так и думал, что это яйцо. А, да? Пок, что это за постройка такая? Постройка красивая. Это фотография с твоего? Да. Ну да, похоже. Да, спасибо. Такой же, по сравнению с деревом, такой же. По сравнению с деревом? Да, такой же. Ладно, спасибо большое. А что это за новый биом, покажи? Это мангровые болотистые. Да? Глянь, какой огромный, кстати, туда. Да, а лягушку покажи, квакушку. Да. Ну ты зачем мне писюн-то свой показываешь? Ну это моя, я подумал. Лягушку-то покажи. А тебя чем моя лягушка не устраивает? Да я уже его увидела, твою лягушку. Другую лягушку покажи. Настоящую лягушку. Так, давай. Где лягушка? Вот. Это кустик. Ладно. А, не спавнится, видимо. Не спавнится. Бля, гля, как тут прикольно. А это новая какая-то глина? Глина. Это Игорю, он же глиномес. Это его обновление. О, как где лягушка? Да я ебу, блядь, сдохла нахуй. Нет лягушки. Да где-то была. А чё так мало спавнится? Сука, ты у меня спрашиваешь? Может быть, блядь, с целью спецоперации еще спросишь у меня? Да. Вот. Где лягушка? А какого хуя она тут делает? Она ускакала, вон ее мама.
Лёгкие. Вот еще лягушки, глянь. Вот. А что они кушают? Мелшер знает. Пук, а почему они такие детализированные? Посмотри. Да потому что вот. На бедроке все равно лучше. У них не проскальзывают даже ноги на бедроке. Тут проскальзывают. Капец. Ну они прям детализированы. Это первое такое. Ого, подскакалка. Mm-hmm. А ты когда... Чисто на мой хуй скаканула, как ты. Вот так вот? Да-да-да. Языком словила. Пук! Все, че ты пришла? Итак, пацантре, еще всякая музыка. Готовы? Блин, ну прикольно, если это типа вечер, если закат какой-нибудь, светлячки типа спавнится охуенно. Ну типа умиротворяющий подходит. Не, ну вообще как эмбиентный, это нормальная тема. Я, может быть, слишком много прошу. О! Тихо. Блять, нотки старого Майнкрафта сразу чувствуются. Ебать, олдового. Вы чувствуете это? Блять, реально нотки старого вот прям. Я мотну сейчас еще на минутку. Нихуя, это уже бит для рэпа. Здесь нотки террарии даже как будто есть. Прикольно. Бля, прям чувствуется террария вот в этих вот. Ну, бля, я не знаю, как это описать, я не знаю. Пошел ты нахуй со своим скипом, блядь! Себя скипни ты, сука! Я смотрю обновление Майнкрафта! Долбоёб! Тут не хватает сейчас светлячков, светлячки бы все зарешали, они большую атмосферу бы добавили. Бля, ну прям охуенная, вот эта музыка прям охуенная, она сначала какое-то умиротворение дает, а потом вот это вот, когда начинается более яркая музыка, опять как будто, не знаю, как это, открывается желание к приключениям, короче, хочется приключений. Так, второй трек, я не знаю, Айерие называется, хуй знает. Блин. Теперь можно не отключать звук в майне, блядь, плюс, потому что я нахуй... Я первые 4 года в Майнкрафте вообще полностью звук выключал. Слабенько, вот это слабенько.
одно, посмотрим, что будет через минутку. Типа, одно и то же будет направление. Ой, блядь, сори. Да, как будто Stardew Valley. Здесь как будто прям Stardew Valley. Вот под эту музыку чисто ферму делать. Ходишь, делаешь, блядь, там с жителями торгуешь. Там, нахуй. Пшеничку сажаешь. Под эту музыку топ. Мне первая больше понравилась. Так, и третью слушаем, а четвертую мы уже слушали, она на пластинке есть. За растиранием. Прикольно, между ушей летает, прикольно. Блять, ну это прям террария. В джунглевом биоме террария. Вот прям оно. Не? Когда плантеру идешь пещер проходит. Ну, блять, тогда это плантера ёбаная. Ну, это плантера тогда. Ну, потому что плантера это замерзшая пещера, по сути. Чё сказал? Правильно я сказал? Ну, да. Оно. А куда? Ну, да. Но оно прям сюда подходит как-то, я не знаю, как это делают. Блин, ну оно прям сюда, да, реально. Файв. Блять, а как на это делать обзор? Вот как ролик снимать? Для драки с мамкой. Я вот это кайф. Ну, блядь, это уже как будто не Майнкрафт. Охуенно. Да, Stardew Valley, тут больше Stardew Valley. Или Slime Rancher, кстати, да.
тебе землю, короче. Так. Подожди, он что, реально, что ли, умнее стал? Музыка кайф. Вот рил кайф. Прям какой-то свежак. Свежаком попал, ну, запахло.